во Владивостоке есть даже праздник тигра. Да, День тигра проводится у нас с 96 года. В 2001 году администрация города подписала постановление о проведении Дня тигра в последнее воскресенье сентября. Ну, вот эта инициатива, мне кажется, по-настоящему народной и не пафосной. А, кстати, мы забыли совершенно про тигра на гербе города. А ты думаешь, он там один? Ну, не знаю, сколько, 5? Да может, даже и больше. Символами подобного значения никогда не бывает все кристально ясно. Самый старый герб и самый старый тигр находятся в мозаичном декоре на Триумфальной арке. Ты не замечаешь здесь ничего необычного? Ну, тигр немножко желтоват и какие-то непонятные элементы рядом. А вот еще один тигр, совсем другой, который изображен на гербе краевой администрации. Историю этого символа давай попросим рассказать Валентина Васильевича Аникеева, архитектора и исследователя геральдики. Здравствуйте. Валентин Васильевич, мы знаем, вы причастны к созданию этого символа. Можете об этом рассказать? Да, конечно. Дело в том, что у нас середины 90-х годов края не имел герба. Мне пришлось разрабатывать градостроительное геральдическое обоснование герба и геральдическое описание, так называемый блазон. Эти материалы с вариантами художественного решения, то есть рисунка самого, мы направили в государственную геральдию. Она рассмотрела, наши документы прошли экспертизу геральдическую. И в конечном итоге был рекомендован к утверждению тот герб Приморского края, который, часть которого, вернее, не часть, которую здесь видим на здании нашего Белого дома. Геральдическое описание, блазон, именно оно является официальным символом. Рисунок может быть разный, но у него неукоснительное правило, чтобы рисунок точно соответствовал описанию геральдическому утвержденному. Правильно я понимаю, что даже я или Женя можем нарисовать рисунок по описанию, и это может считаться гербом, если... Вроде бога, никто не возражает, пожалуйста. Дело в том, что в старых рисунках тигр нарисован не как звери из семейства кошачьих, а как звери из семейства псовых. У них разница, помните, Леонов в этом самом в полосатом рейсе, там рассказывает тигру там крестец и так далее. Только крестец у псовых отличается от крестца кошачьих. Это боженовская идея. Мое-то дело какое? Я в глазоне написал «идущий тигр». А уж как графически? Если вы нарисуете с поднятой лапой, никакого нарушения не будет. Должна бороться, вы будете соблюдать правила, традиции такие геральдики. С 1994 года у Владивостока существует еще один символ. Цветок рододендрона. По-народному багульника. К сожалению, он пока не нашел своего монументального воплощения. Только в эскизах молодых художников. К сожалению, все объекты, которые мы сегодня посмотрели, относятся к советскому периоду. Жаль, что городские символы не находят своего отражения в творчестве молодых художников. Граффитчики вдохновляются западными образцами и обречены быть копиистами. Остается надеяться, что они осознают, что уникальность их стиля напрямую зависит от хорошего знания темы изображения. А что может быть ближе, чем то, что нас окружает? Море, склоны, дубки на сопках, чайки, туманы.
Кому-то может показаться, что эти символы, которые мы посмотрели сегодня, они не имеют никакого отношения к нашей подвижной реальности. Но это не так. Символы — это послания наших предков, их заветы. Это те образы, которые они просили ценить и сберечь. Мир будет меняться, ускоряться, объединяться, и мы сможем участвовать в этом процессе, только если нам удастся предложить что-то свое, уникальное. Находить и ценить уникальное во Владивостоке нам помогают городские символы. С вами были Евгения Солнцева и Павел Шугуров.